Такую картину на детской площадке в одном из дворов по улице Чайковского можно наблюдать нечасто. Дети не бегают и прыгают, а тихо сидят и внимательно смотрят и слушают. В гостях у ребят театр актера и куклы «Саквояж». Дети увидели сказку «Путешествие», «Любопытный слоненок» и прикоснулись к удивительному миру кукольного театра. Это такая атмосфера уличного театра, уличного искусства, потому что которая всегда нравится, всегда увлекает, потому что вдруг ты неожиданно оказываешься в сказке. Да, например, как у нас сегодня. Ну а после отправились в мир вежливых наук. В такой игровой форме детей учат быть добрыми, дружелюбными и гостеприимными. Это цель новой программы «Наше вежливое лето». Чтобы жители города Сочи, они были гостеприимны к нашим гостям, чтобы дети познавали, что такое дружба, что такое искренность, чтобы те гости, которые приехали в наш любимый город Сочи, столкнулись только с дружелюбием и только вежливостью со стороны сочинцев. Вторая часть программы спортивная. Захватывающие трюки показали участники команды «Воркаут Сочи». Площадок строится сейчас очень много, они хорошие, качественные, на них очень удобно заниматься. И мы, как довольно старшее поколение, хотим приобщить наших малышей, ребят к этому чудесному виду спорта, для которого нужны только турники и все, и желание. Программа «Наше вежливое лето» не ограничится только выступлениями театра и воркаутеров. На курорте летом открыты 145 площадок. Над ними взяли шефство сочинские единороссы. Они продумали разнообразную программу с многочисленными мероприятиями. Цель – отдых и оздоровление юных горожан, которые летние каникулы должны провести с пользой. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.